В этот раз на спартакиаде рекордное количество команд. Врачи, предприниматели, учителя боролись за победу в различных дисциплинах. Здесь они не только коллеги, но и самые настоящие друзья. Стоит сказать, что для нас это юность юбилейная. Мы участвуем уже пятый раз, поэтому очень надеемся, что цифра 5 станет для нас счастливой. Победный. Да? Молодежь, наши ровесники видели, что система образования, что учителя не просто ведут уроки, они также творчески развиваются, как творчески, так и умственно. Но есть и новички. Команда Центра управления регионом на спартакиаде впервые. Настрой на победу более чем серьезный. Ощути давление! Здесь это руковедение! Мы уже подготовились, запаслись все энтузиазмом и готовы рвать. После этапа знакомства и кричалок начались сами соревнования. Программа насыщенная. Настольные игры, песни, эстафеты на скорость. После окончания учебных заведений молодежи не хватает площадок, где можно себя реализовать. И вот спартакиада «Юность» – это одно из таких мест, где можно снова встретиться, где можно снова поучаствовать активно в разных мероприятиях, готовиться и показать то, на что они способны. Победители получили памятные призы. Ну а самое главное, конечно, яркие воспоминания и эмоции. Виктория Шиваева, Семен Ковтонюк. События дня.